В сегодняшнем евангельском чтении повествуется о том, что любит весь мир, к чему весь мир стремится, а именно речь идет о богатстве. Каждый человек, не знающий Христа, желает заработать как можно больше денежек, чтобы потом хорошо отдохнуть. И Господь наш Иисус Христос полностью ломает подобные стереотипы. Ко Христу подходит некто и просит, чтобы Господь помог и вразумил его брата, чтобы они смогли поделить наследство. И Христос приводит в пример притчу о неразумном богаче. Нам с вами в стране, которая только начинает восстанавливаться после разрухи 70-летнего плена, где разрушены деревни, где существует только несколько больших городов и больше почти нет населения. Непонятно, почему же Христос порицает такого хорошего хозяйственника. Ведь в нашей жизни так не хватает крепких хозяйственников. Сельское хозяйство практически уничтожено, только в некоторых областях оно начинает сейчас возрождаться. Поля не засеяны. После колхозов все вокруг колхозное, все вокруг мое, никому ничего не надо. Мы наоборот вроде бы ждем, когда же будут опять рождаться те люди, которые будут преображать нашу землю и наполнять ее зерном, скотом и так далее. И вся страна наша возродилась. Но оказывается, что не всякое богатство бывает хорошо. И для ветхозаветного человека статусом праведности было как раз богатство, имущественный ценз. Мы с вами уже об этом говорили, что в Ветхом Завете всегда обещается праведнику, если он будет соблюдать заповеди Божии, сытая, достойная жизнь. И Христос говорит, что это совершенно не так, это совершенно не важно. И перед притчей о неразумном богаче он говорит, что от наших стяжаний и от размера наших имений совершенно жизнь не зависит. Мы с вами можем вспомнить примеры из жизни, что происходит с наследниками, когда они обретают какое-то наследство. Как вчерашние братья и сестры начинают грызть друг друга. Как разругиваются целые родственные кланы. И как будто Христос нам про это не говорит. Мы все об этом не думаем. Очень часто люди думают, что они будут жить вечно. Никакой тромб не оторвется. Сердце не остановится. Мы будем жить, жить, жить и жить. Стяжать все больше и больше. Чтобы наша душа ела, пила и веселилась. Но Христос говорит о том, что кто совершает стяжание для себя, а не для Бога, тот всегда будет банкротом. Даже в истории нашего города, если кому интересно, можете посмотреть историю любого особняка, хоть особняка Агафурова, хоть Железнова, хоть Харитонова, Расторгуева. И можете проследить, что умирает владелец, в лучшем случае один, в идеальном случае еще один наследник, внук, и все. Этот дом переходит кому-то другому. Именно поэтому даже и при жизни, живя для наших детей, внуков, нужно заранее объявлять свою волю, чтобы потом вас поминали, о вас молились, а не вместо похорон не начинались какие-то разбирательства и вражда между вашими детьми. И каждый, кто стремится стяжать здесь благо для себя, у него никогда не будет будущего. Почему? Потому что страсть плоти, страсть телесная для человека ненасытна. Что бы человек ни стяжал, ему всегда будет мало, мало, мало и мало. Тем более в нашей стране, где есть
презрение к людям, которые много трудятся. И недавняя колхозная жизнь, недавняя жизнь в нищете всего народа, когда все можно было получать по талонам, получать какие-то пайки. И люди, дорвавшись до обычной самой жизни, которая была до революции, начинают не просто стяжать, а, как есть такое нехорошее слово, хапать. И мы с вами можем посмотреть, что учатся девочки, мальчики, которые живут с мамами, с папами, читают какие-то книжки, а приходят ребята, которые не видели ничего, и начинают, чтобы хоть как-то закрепиться в цивилизованном мире, брать, брать, брать. И получается, что у нас отсутствует даже культура, не то что меценатства, а самого обычного милосердия. Потому что в христианской культуре притча о богатом всегда выливалась в то, что человек обеспеченный всегда заботился о людях необеспеченных. Уже в течение предыдущей седмицы было чтение о том, что богатство, оно всегда неправедное. В каком плане? Не в том, что человек кого-то обманывает, а в том, что Господь всегда нам дарует что-то. Любой талант, любой дар, любой успех у человека – это все дар Божий. Ум, какое-то искусство, хорошая профессия, здоровье – это все то, что Господь дарует каждому из нас. И мы призваны делиться этими дарами со своими ближними. Именно так был задуман личностный мир еще до грехопадения, когда все личности, получая от Бога благодать, то есть дар Божий, делились друг с другом, пребывая в общении любви. И мы в наше время также призваны в общине церковной именно так существовать. И в наше время среди безумного мира существуют люди, и даже существуют целые христианские общины, и в Москве, и даже в Екатеринбурге, где люди, живя в общине, помогают друг другу. Например, есть на приходе врач, есть на приходе педагог, есть на приходе юрист, есть какой-то человек, обладающий рабочей специальностью, и все они помогают друг другу. Мы также будем стремиться к этому, чтобы наша община была дружной семьей. И в этот день хочу всем напомнить, что блаженство сотворенных существ заключается в прославлении Творца. Если человек не идет к Богу, если человек не служит Христу, то он никогда не будет счастлив. Есть хорошая поговорка: «С миром и в шалаше рай». И, к сожалению, мир языческий, как во времена Христа, так и в наше время, не дает человеку идти к Богу, не дает человеку стать счастливым. Он пытается сделать человека глубоко несчастным, постоянно, чтобы человек утопал в страстях, стяжания, гордости, тщеславия и других страстей и грехов. И человек, как белка в колесе, крутится, пытается что-то поймать, и в итоге оказывается глубоко несчастным человеком. А самое, что страшное, что потомкам нашим, даже детям, не говоря уже о внуках, то, чем мы занимались, зачастую совершенно неинтересно. И все, ради чего мы теряли свою драгоценную душу, то, ради чего мы теряли свою драгоценную жизнь, выкидывается на помойку. Вспомните, каков был критерий богатства в советское нищее время. Ковры, висящие на стенках, хрусталь, кто откуда смог своровать или купить, будучи за границей, если он чешский там хрусталь, где это сейчас все, и что-то еще. Все это ничто, все это полная мишура, ради которой не стоит посвящать свою жизнь. Поэтому будем, братья и сестры, богатеть в Бога. Естественно, что необходимо соблюдать золотую середину. В Священном Писании в других местах также говорится, что тунеядцы, пьяницы и любодейцы Царствие Божие не наследуют. Только
трудящийся, то это только тот, кто берет с трудом, тот может войти в Царствие Божие. Но и другую крайность любостяжания мы также должны отрицать. Именно поэтому Христос в дальнейших стихах сегодняшнего евангельского чтения говорит, что Отец наш Небесный знает все наши нужды. И если мы будем исполнять заповеди Божии, если мы будем стяжать Бога, стремиться ко Христу, стяжать благодать Божию, то все остальное приложится нам. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Храни всех Господь.